нашу редакцию обратилась Кристина Шумская, мама ученицы 1-го класса Черноморской школы номер 7, со словами: «Здравствуйте, мой ребенок и дети других родителей испытали физическое и психологическое насилие со стороны учителя начальных классов Мануловой Ольги Викторовны. Для выяснения подробностей мы встретились с Кристиной, и она нам рассказала все на камеру». Так, добрый день, мы находимся в городе Черноморск. Угу. Как вас зовут, представьтесь? Меня зовут Шумская Кристина Петровна. Угу. Кристина Петровна, в двух словах, то, что вы нам говорили по телефону, угу, могли бы рассказать теперь, как для наших зрителей. Хорошо. Мой ребенок в этом году пошел в 1-й класс, в 7-ю школу, 1-й Б-класс. И мы столкнулись с тем, что учитель в отношении нее, девочки, оказывает физическое и психологическое угнетение, давление. Но когда мы эту проблему начали обсуждать с родителями, оказалось, что не только мой ребенок пострадал, еще пострадали другие дети. Одним из примеров является то, что детей не выпускали в туалет, их били по голове, давали шелбаны. Один был вопиющий случай, когда мальчик сломал ключицу, и он из страха перед учителем 2 урока терпел. Он подошел к учителю, сообщил, что у него болит плечо, она бы его потрогала и сказала: ничего, потерпишь. И родители узнали только на продленке. И сразу Слушай, как ребенок мог потерять сознание от боли? Хорошо, это ладно. Комментарии пусть дают. Угу. Я просто, мне рассказывала мама, мне рассказывали дети, рассказывал мой ребенок, потому что они все были свидетелями. А скажите, пожалуйста, вы можете озвучить нам фамилию, имя у этого преподавателя? В какой школе она преподает? Да, это 7-я школа, да? Да, конечно, Манулова, да. Ольга Викторовна. Манулова? Манулова. Манулова Ольга Викторовна, да? Она учитель начальных классов, да? Да. Педагог, допущен к детям, да? Да. Скажите, пожалуйста, есть какая-то реакция дирекции школы, отдела образования Черноморского? Сейчас расскажу. Первая наша реакция, мы написали те родители, которые зафиксировали факт, поговорили с детьми и поняли, что дети пострадали, написали заявление. Заявление на имя директора, просьба поменять учителя, так как на наших детей оказывается физическое и моральное давление. И после этого нас собрал директор, сказал, что учителя просто поменяют. И все. Он нас согласен с нами, что он защищает детей. И потом завуч сообщила, что, директор ушел, завуч сообщила, что виноваты не только учитель, виноваты еще дети, они все, класс тяжелый, они все балованные, все нехорошие, и мы тоже виноваты, потому что мы якобы их плохо воспитывали. То есть мы сейчас готовим еще представление, что всех арестовать детей, наверное, да? Да. Где-то в этом роде, да? То есть, вы виноваты, давайте мы сейчас приведем следователя и всех арестуем. Это просто нонсенс, конечно. У детей был праздник, посвящение в первоклассники. И после праздника они в классе их угощали. И два мальчика, поссорились там, начали друг друга буцкать. У одного ребенка, мальчика, были родители. Ничего, никакой реакции. Второго не было родителей. Она его схватила, например, есть свидетели. Схватила, подтянула. Эта женщина очень высокая, она крупногабаритная, дитё 6 лет. Представляете, когда так схватают, а потом мама раздевает его и видит синяки со всех сторон. То есть она на ваших глазах совершила акт насилия над ребенком, да? Да, увела в подсобку, орала на него, он потом вышел, просто он дрожал, он ничего не мог даже сказать. Представляете. Какие-то вопросы ей были заданы в этот момент, что за методы и почему она так себя ведет? И она как-то объясняет это? Вопросы были потом ей заданы непосредственно мамой, пусть она комментирует. Я, столкнулась с тем, что она на моих глазах учитель, мой ребенок после школы сказал, что учитель дает шелбаны. Это перед этим случаем. А я сразу ребенка подвожу к учителю, чтобы узнать, лжет или нет. Говорю, что там? И учитель при мне говорит: да, ваш ребенок дает 2 раза шелбан. Говорит, это ваш просто невнимательный ребенок. Я говорю, так что его надо физически наказывать, физически как-то унижать или применять какую-то физическую силу к ней. Она не видит в этом проблемы, да? Не видит. Она спросит, что ребенка не наказывать. Я говорю, я ограничиваю в сладости, если он там, мультики.
Ну, так, чтобы физически... И тишина. А потом мне ребенок через время говорит, она не только меня дает шалбаны, она меня еще рукой бьет по голове, вот так. Ну, вот так вот она показывала мне детям. Говорит, что не только меня, еще ну, других деток. Ну, одни, еще как бы помимо всего есть то, что одно из наказаний, 3 урока стоять такое, возле стены позора за ней. То есть, представьте, 6-летний ребенок стоит 3 урока, это сколько, 45 по 3. И его ни в туалет не пускают, ничего. Были случаи зафиксированы также, что одна девочка просто вырвала на уроке, потому что у нее от нервов ацетон поднялся. Вечером мы побывали на собрании родителей 1Б класса, где присутствовал директор школы Чигиринский, который сообщил, что с 27 ноября, согласно приказу номер 210, по изложенным фактам проводится служебное расследование комиссией в составе замдиректора Лысёна, председателя профсоюзного комитета Поличук, председателя родительского комитета Явдощук и психолога Стениной. Комиссия закончит свою работу 15 декабря, после чего замдиректора Лысёна озвучит ее итоги. На период служебного расследования сама Манулова отстранена от работы в школе, а в 1Б классе уже новый учитель. Также на собрании присутствовали представители полиции во главе с начальником сектора превенции Толкачем Анатолием Николаевичем. Однако полиция, по словам Толкача, еще не открывала уголовное производство по данному факту. Но по нашей информации, 12 декабря следственный судья Журавлей своей ухвалой уже обязал зарегистрировать заявление родителей в едином реестре досудебных расследований. Также психолог Центра социальных служб Ирина сообщила, что преподаватель Ольга Викторовна Манулова согласилась пройти тесты на профориентацию и личностную диагностику. Подождем результатов служебного расследования и результатов тестов. Место событий – журналист Роман Башнинзе, оператор-монтаж Андрей Ловчевский.